Добрый день. Мы с вами находимся в экспозиции Гродзенского державного историко-археологического музея. Это два кресла, которые находятся в Калимине, являются самыми старыми предметами мебли, которые заховались на территории Республики Беларусь. Они были сделаны в начале 18-го столетия для оздобления покоев короля Речи Посполитой и находились вот тут, у старым замку. В 1795 году, после раздела Речи Посполитой, кресла были продадены Виленскому бискупу, откуль трапили в музей старожитностей Юстаха Тышкевича. После повстання 1863 года их передали в Румянцевский музей в Москве, где они заховывались на протягу наступных нескольких десятилетий. Только в начале 30-х годов основатель нашего музея Юзеф Вітковський домогся того, чтобы эти предметы были вернуты в наш город Гродно. Эти кресла, хотя и не были троном короля и королевы, но оздоблены вельми богато, можно сказать, в королевском стиле. Это такая переходная традиция от стиля барокко до стиля классицизму. Мы бачим с вами характерные для барочной эпохи листья аканта, так само стилизованную раковину, конечно же, королевские короны, а в якости ножек этому креслу служат ноги казачных пачваров. Это и другие экспонаты вы можете увидеть в экспозиции Гродзенского державного историко-археологического музея в старом замке.